Hyundai HDVB-440 – цифровой ресивер с поддержкой современного телевещания и USB-медиаплеером на борту. Ресивер поставляется в небольшой коробке и комплектуется пультом управления с комплектом батареек, RCA-кабелем подключения к телевизору и адаптером питания. Также прилагается документация и гарантийный талон. Цифровая ТВ-приставка Hyundai выполнена в небольшом пластиковом корпусе размерами 115 на 65 мм и весит около 300 граммов. Снизу на корпусе имеются ножки для устойчивого размещения на гладкой поверхности. С лицевой стороны приставки размещены 4 управляющие кнопки, а справа вход USB для подключения флешек и жестких дисков. Второй USB-порт вынесен на заднюю стенку корпуса приставки. Рядом с ним гнездо питания, пассивный разъем антенны и цифровой выход HDMI. Также в наличии аналоговые RCA-выходы. Комплектный пульт управления выделяется небольшими габаритами. Сверху вынесен цифровой блок, снизу клавиши для управления воспроизведением, а в центре разместился навигационный блок для перемещения по пунктам меню, который во многом напоминает управление самим телевизором. Поддерживается вывод телегида, пауза, запись эфира и другие фишки цифрового вещания DVB-T2. Также на борту приставки имеется встроенный медиаплеер для MKV-видеофайлов разрешением Full HD. Опционально предусмотрено подключение к интернету, но Wi-Fi адаптер для этого приобретается отдельно. После этого пользователю станут доступны сетевые опции, в числе которых поддержка YouTube, онлайн-кинотеатра Мегого, IPTV и сервисов для мониторинга прогноза погоды.